Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и как вы видите, разработчики решили не придумывать ничего нового и просто еще раз выложили вот эту рулетку бомбические, в которой лежат исключительно контейнеры. На твинке я вращал данную рулетку и был в плюсе 290%, считайте, в 3 раза окупился. Это действительно было очень круто. А вот на основе, на вот этом аккаунте, я ушел в минус на 8000 голды. И вот мне интересно, в этой рулетке бомбически, что у меня получится на моей основе. В какую сторону разработчики что подкрутили и подкручивали ли вообще. Что касается стоимости рулетки, здесь есть 15 прокрутов, и все 15 прокрутов вам обойдутся в 12500 золотом. Я, понятное дело, на 12500 вращать рулетку не готов, но на 2500 очень даже хочу попробовать. Глядишь, может, все-таки эти контейнеры бомбические выпадут мне жирно и на этом аккаунте, ну и, соответственно, здесь я тоже неплохо окуплюсь. Ну что, давайте будем вращать, давайте будем смотреть, что мы с этого получим. Первый прокрут, скорее всего, сейчас будет что-нибудь из аватара или внешние виды для машин. И у нас здесь, ну вот, пожалуйста, контейнер с легендарным аватаром. В принципе, мне абсолютно не нужен, да еще и за 100 голды в жизни бы его не покупал. Но это мое мнение, вы свое обязательно пишите в комментариях, насколько вы считаете данные контейнеры ценными. Что касается следующего, понятное дело, что кастомизация выпадает. И здесь у нас еще остается одна кастомизация, один контейнер на аву, а вот дальше уже, глядишь, хоть что-нибудь более ценное мне выпадет. Еще один контейнер с аватаром, и таким образом, ребят, давайте будем смотреть, сколько я слил уже. Я слил уже 450 золота. Что я получил? По большому счету, 3 абсолютно ненужных мне контейнера, и это факт. Едем дальше. Что будет дальше? Дальше давай сразу мне бомбически и закрываем эту рулетку. Но, давай, давай. Нет, еще один контейнер с кастомизацией. Ну, слава богу, они закончились. Уже довольно неплохо. Но, как я говорил, вращать буду где-то приблизительно на 2500. А это 8 прокрутов. У меня есть еще 4 прокрута. Теперь мне пойдут контейнеры, из которых, глядишь, что-то мне выпадет. Если я заберу отсюда любую машину и вложу ее в 2500 золотом, то я уже буду доволен. Но я очень сильно в этом сомневаюсь. Контейнер, собери их все. Давайте сразу его... А, надо было на нем нажать. Ладно, тупанул, простите, ребят. Да, надо было сразу его открывать, но я думаю, что мы к нему вернемся после тех прокрутов, которые я собираюсь сделать. Как я уже сказал, мой лимит 2500, больше я вкладывать не готов. Мистический, откроем, давайте откроем его сразу. Ну и давай, мистический сертификат. Да, сопли я себе подотру, нежели мистический сертификат отсюда заберу. Ладно, едем дальше. Смотрим, что у нас. Я говорил про 8 прокрутов, вот осталось 2. Итак, давай, что-нибудь. Что-нибудь хорошее, ценное. Давай бомбически. Давай бомбически. Ну, бомбически. Нет, еще один мистик. Хорошо, открываем еще один мистический контейнер. И здесь у нас, ребята, большое ничего, правильно? Нет, 500 голды. Окей, хорошо. То есть получается, что сделав те прокруты, которые я планировал сделать, я потрачу... Так, забираем. Я потрачу у нас, ребят, не 2500, а 2. Ну вот, за 600 голды делаю сейчас последний прокрут запланированный. Ну и надеюсь, что окуплюсь. Ну, пожалуйста, пожалуйста, давай. Давай, 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 давай. 3 контейнера бомбически. Нет. Мега-контейнер. Ну что, смотрим, что в мега-контейнере. И потом откроем, собери их все. В мега-контейнере мне выпадает целых 3 танка. Талисман золота мне выпал, понятное дело. И 300 голды. Того я потратил, ребят, можно сказать, не 2500, а 1700. Но, не знаю, не знаю, ребят, 1700 стоило оно или не стоило. Давайте переходим в мое хранилище. Там у меня валяется еще один контейнер из этой рулетки. Вот он. Ну, давайте откроем ради интереса, что там по аватарам повыпадает. Очень нужный глаз и очень нужный павлин. Буду с аватаром павлина в бой заходить. Весь такой модный, весь такой красивый, чтобы девчонкам нравится. Вау, подкова, просто супер, вообще, имба,
просто сыпется, ребят, и корона есть. Ну да, окей, хорошо, GSN у корона хотя бы к лицу будет. Ну что, открываем, собери их все и смотрим, что оттуда сейчас выпадет. Я не думаю, что там прям жир какой-то упадет. Ну вот и все. Короче говоря, ребят, 1700 просто таки в никуда. Я просто выбросил 1700 золотом. И внимательнее, ребят, будьте. Тогда, когда видите такие рулетки, не бегите прям сразу их крутить, а сначала подумайте, стоит оно того или не стоит. У нас в магазине, кстати, появился на продаже за 5500 вот этот вот 47. Машина довольно интересная, и фановые каточки на данной машине я сделаю и выложу на канале буквально через каких-то полчаса-час после выхода данного видео. Поэтому, если вам интересно заценить данную машину и вообще вам нравится честность автора и абсолютно честное мнение по поводу всего, что происходит в игре, то прямо сейчас подписывайтесь на канал и обязательно жмите на колокольчик, чтобы не пропустить свежие видео. Я стараюсь специально для вас и побежал снимать следующий видос. Ну а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока.